Ну-ка, ну-ка. Он его укусил! Раньше времени я стал прощаться. С вами снова я. Вот хотел показать, как линяет черепаха. Вот я у нее сейчас еще две снял. Вот тут уже спереди у ней это. Сейчас на свет возьму. Вот, то есть она растет, и у нее вот эти, тихо, сейчас выпрыгнешь, Раф, они заменяются. Вот уже какие новенькие опять панцирь. Сейчас вот верхние будут слазить. Иди пока побегай, пока воду меняй. Вот какие эти. Как их назвать? Скорлупки, чешуйки. Ну, панцирные. Сейчас налью ему воды побольше. Я хочу запустить к нему живого ротана. Посмотреть, как они будут там вместе плавать. Сидит панцирь. Алик. Друганы. Я пока налил. Ну что, налил на таком уровне воды, только, блин, запустил, он уже насрал. И вот еще один гость сегодняшний. Он вообще тоже сопливый, чую, сейчас по новой придется все менять. И сука. Я пущу, как они тут будут вместе, интересно. Он хоть туда попал-то. А, да. Ну. Сейчас я поудобнее тут устроюсь, чтобы заснять эту всю херню. Короче, забились пока по разным углам. Блин, ротан страшный, мне даже черепашку что-то жалко. Ну, они, в принципе, два таких рептилия. Может, найдут общий язык. Но если что, то, короче, черепаху я в обиду не дам. Завалю тогда ротана. И уже по кускам дам, скормлю Рафу. Вон, поплыл к нему. Во-во-во. Раф начинает охоту. Че, он куснет его, интересно? Делайте ставки, ребят. Ставьте прям на паузу, пишите в комментариях, а потом посмотрите, угадали или нет. Он к нему мастится. Или они сами не знают, кто они друг другу. А нет. Ну, он рыбой, наверное, пахнет, а черепаха все-таки хищник. Блин, хотя мне вообще страшно. Может, она рожа такая. И еще эти колючки, как бы он ему глаз не выколол. У него рот даже больше, чем у черепахи, мне кажется. Да не, спокойно. Ну ладно, сейчас чуть-чуть время подожду, потом скажу, что они в итоге будут делать. Ну, кусни ты его. А он колючий, скажи, мразь. Сейчас я принесу, кстати, такой рыбки. Попробую покормить их, то интересно. Будет жрать, может, вообще ротан еще всю рыбу такую сожрет. Разделанную. Блин, он страшен. Если можешь мормышку вообще принести, порыбачить здесь, посидеть. Ну, вообще он бы ближе сюда лезет, чем череп. Ладно, пока сейчас. Ну-ка. Раф, грызани ты. Ну, он за пальцем, он плавает быстрее, чем это. Ну, сейчас принесу рыбки, кстати. Вот я принес рыбки. Сейчас разверну. Ну, вот как всегда, эти разделанные ящики. Посмотрим, кто будет это есть. Ну-ка, Раф. На. О, блин! Я чуть сам не обосрался. И ротан, ты его там под хвост, его там побаловать решил. Я, ну ты шипом ему сейчас всю жопу раздерешь. Сучий потрох. А сейчас я просто кину, короче. О.
Ну, просто кусок упал. Давай, битва. Ну. Ой, этот урод тоже кусает. Вот это офигеть. Вот это, друзья. Ну, что-то нератанон прям мне его рожа бесит. Прям вот даже морды его вот это вот поганые. Ну, давай еще кусок. Гризман. Вот, черепаха ему раз, все, в сторону. Молодец, Раф, я за тебя болею. Че ты, лохобоище? Я тебе не мормышку. Сейчас я тебе мормышку пустую отпущу. Да жалко, если черепаха схватит. Вот еще. Вон, полетел. Короче, череп сильнее. Раф, малорик, я на тебя все деньги поставил, каких у меня нет сроду. В букмекерских конторах. Ну? Ставки онлайн. Ну, будет он хотя бы вот эту внизу-то что жрать, этот ротан-то. На удочку попался в деревне. Один. Там за 5 минут просто чисто. О, и сел на него. Давай его за хвост. О. Ну и пусть плавает, фиг с ним, пока сейчас вода совсем сопливая не будет, даже пусть этот ротан там плавает. Ну, крав, давай. На. Ну, на пол уже упал туда тебе. Ну, ладно, в общем, сейчас. Вон, ищи там. Сразу два. Блин, обосрались, сука, весь аквариум. Сейчас опять, а вот иду тащить опять все, сливать, выливать, еще стекло треснет. Короче, наделали делов, ротан сидит там, это там. В общем, ладно, если ничего не интересного, то я с вами прощаюсь. Всем пока. До скорых встреч, а я буду дальше чаем лечить горло. Пока, ребят, спасибо. Давай, иди его за хвост, ну-ка, ну-ка. Он его укусил. Раньше времени я стал прощаться. Он защемился, ну вообще за хвост грызанул. Давай еще, Раф. Давай, давай, давай. Смотри, смотри. Давай. Блин, я надеюсь, что я заснял это. Вы видели, как он его грызнул за хвост. Блин, сейчас вот эту сопливую шнягу, короче, отсюда вылову. Меня она просто бесит. Просто на него даже смотреть. Был хоть карасик какой-нибудь. Я это прям... уродина. В общем, ладно, все. Всем, ну, может, еще грызанет. Я как прощаюсь, Раф сразу, он, походу, сниматься любит. Типа, не это, не вырубайся, я еще его грызану. Это вот этот Дрищ МакГрегор уродливый такой. А Раф это Федор Емельяненко. Как раз они. Тяж вес и Дрищ вес. Ладно, в общем, всем спасибо. Всем пока.